Так, всем привет! Опять мы чиним-ломаем. И у нас сегодня Chevrolet Tavia, нужно будет заменить пружинку. Сейчас тут будут картинки, как это все, собственно, произошло. Ну и с чего начнем? Пока машина у нас не поднята, не поддомкрачена, сорвем верхнюю гайку на опоре и уже после этого снимем колесо и будем откручивать. Здесь у нас грани на 17. Вполне возможно, что она сейчас не сорвется за счет того, что пружина лопнутая. Нужно будет удерживать шток. Так и есть. Прокручивается. Тогда нам нужна будет немножко другая головка. Берем специальную головочку на 19 с набора и на 9 шестигранник. И теперь мы, удерживая шестигранник, сможем открутить стойку. Тык-тык-тык. Оставляем наживленный. Срываем колесо и поднимаем машину. Собственно, что нам нужно? Откручиваем два болта. К слову, кто внимательно, они стоят не с той стороны, это не столь принципиально, но тем не менее, всегда ставятся болты со стороны суппорта. И откручиваем стойку стабилизатора, где она прикручивается непосредственно к основной стойке. Здесь, как обычно, у нас яблоко прокручивается, поэтому в конструкции этой стойки стабилизатора можно удерживать ключом, ключ на 15. Есть некоторые там, где просто нет граней, там уже используем зачастую струбцину, либо ну, зажимы какие-либо, и откручиваем все. После этого откручиваем верхнюю гайку на крепление стойки, соответственно, вытягиваем эти болты и снимаем стойку на стенд. Вот так вот у нас освобождается стойка. Вот он наш виновник торжества. В нижней части пружина лопнута. Все, устанавливаем на стенд. Стойку. Все, что у нас меняется, это головочка на 21, а также само на 9. Оп, срываем. И откручиваем. Немножко подожмем, потому что нагрузку все равно пружина дает, несмотря на то, что нету пару витков. Вот и все. Смотрим на состояние опоры, подшипника. И проверяем стойку. Но уже слабовато, есть люфт небольшой. Все, едем за пружиной. Так, ну что, пружина пришла, собираем стойку. Так же самое сделаем с обратной стороны. Здесь все, что нужно будет знать, это вот по опоре. Здесь есть отверстие и в самой стойке есть снизу отверстие. Вот. Их совмещаем и собираем стойку. Мы уже все закрутили, затянули. В обратной последовательности собираем. Собственно, не хотели умничать, так получилось. Сама цель была показать просто случай, который бывают с автомобилями, неисправности и устранение, методы их устранения. Ну, в целом, как мы работаем. Поэтому как-то так. Сейчас все собираем обратно.
грустной ноте The End.